Всем привет! Сегодня у нас на обзоре радиоприемник Медео 202 трехпрограммный. Приблизительная дата выпуска 89-90 год прошлого века. По информации, которую я нашел в интернете, можно выделить следующее. Этот приемник выпускался производственным объединением КЗЛТУ в городе Алма-Ата, Республики Казахстан. Выпускался он в течение 3 лет и был самым обычным бытовым изделием советской эпохи массового производства и одним из последних на ПО КЗЛТУ. Через пару лет после распада СССР это предприятие прекратило свою деятельность. Итак, приступим. Как обычно, я его предварительно разобрал, чтобы не отнимать свое и ваше время. Открываем, смотрим. Что мы здесь видим? Резистор SP3. Он неприемный, множество так называемых флажков с содержанием серебра, я их не собираю. Далее, пара трубчатых конденсаторов с содержанием серебра. Пара приемных конденсаторов КТ-815. Также присутствуют 315 конденсаторы, но они неприемные, так как они 89 года выпуска. Сейчас я нажму на паузу, сниму самое ценное, что в нем есть, и потом покажу вам. Продолжаем видео. В общем, разобрал я его. Тут две вот таких вот платки небольших было. Как я и предполагал, очень скудное содержание приемных радиодеталей. Вот на этих кнопках хорошее посеребрение есть. Ну, я серебром не занимаюсь. Мне оно не надо. Единственное, что я здесь снял, хорошие, это два вот таких конденсатора 814 с содержанием позолоты. Если раскусить, каждой стоимость ему будет 5 рублей. И один вот такой вот диод с золотой, с позолоченной ниточкой внутри. Зато теперь вы будете знать, что в этом радиоприемнике Медео 202 практически ничего нет. На этом обзор закончен. Кому интересно было, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал.